средства на благоустройство, грант за победу в краевом конкурсе. Анапа стала третьей на Кубани по благоустройству. Просьбу реконструировать пешеходную зону на Терской управлению ЖКХ адресовали общественники. Первый шаг сделан – в команде замена. Вместо демонтированных старых беседок устанавливают новые. Более изящные и удобные. Новые беседки шире и прочнее, на бетонном основании. На призовые средства были закуплены новые беседки. Вот сейчас установлено 5 штук. И на следующих выходных привезут и смонтируют еще 5 штук. Всего будет здесь 10. Также планируем здесь установить урны, кованые с полосой, с блестящей. Запланирован также ремонт тротуарной плитки, установка бордюров, а также посадка зеленых насаждений. После проведения работ по плитке, по ремонту, потом уже будет видно, что нужно будет по озеленению сделать. Где-то деревья может подрезать, траву подсадить. Наряду с новым сквером на улице Астраханской, Терская станет еще одной достопримечательностью города-курорта. К новому курортному сезону ее будет просто не узнать.